Медичне обладнання для обласної дитячої лікарні. Закладу передали нову систему обігріву пацієнтів, три монітори, хірургічний та електронний відсмоктувачі. Кошти на це обладнання зібрала благодійна організація «Корпорація монстрів» за допомогою дипломатичного ярмарку. На обласну дитячу лікарню небайдужі люди віддали 400 тисяч гривень. В этом году собрали на ярмарке 378 тысяч, 10 тысяч еще вчера вот зашли, и мы округлили это до 400, потому что первый раз ярмарку приняли решение делить на два учреждения областного подчинения и городского. Это не самое дорогое оборудование, которое покупается в эту больницу, но его очень много получилось, и оно очень-очень необходимо было. И здорово, что все получилось, вышло, потому что действительно, ярмарка проходила в тяжелые для нашего города дни, и мы боялись, что не все получится. Ну и дипломатические миссии, конечно, выложились на все 100. Список необхідних речей сформували у лікарні. Нове обладнання встановлять у відділенні гострої хірургії і нейрохірургії. Техніка орієнтована на наймолодших пацієнтів з першого дня життя. Это действительно то, что мы просили. Наша больница единственная в регионе, которая оказывает хирургическую помощь пациентам. И вот тот реанимационный термостабильный матрац, который был приобретен, он нужен для того, чтобы поддерживать постоянную температуру пациента в ходе, возможно, многочасовой операции. А учитывая то, что мы оперируем детей, в том числе даже в первых дней жизни, то для них сохранение температурного баланса является жизненно важным. Поэтому эта техника нам действительно нужна. Незабаром на зібрані кошти нове обладнання отримає і дитяча інфекційна лікарня.